Всем привет! Сегодня фраза «С вами Юлия и мой факультет рукоделия» прозвучит особенно гордо, ведь мы с вами вместе почти 3 года. За это время я старалась сделать полезный и качественный контент, и мне было приятно получать ваши отклики на него. Но по-настоящему я ощутила силу вашей поддержки, когда мой канал потерял свое имя. Тогда именно вы помогли мне придумать новое название и не опустить руки в трудный момент. В феврале количество подписчиков на канале «Факультет рукоделия» превысило 100 тысяч человек. И после долгих проверок YouTube прислал мне нашу заслуженную награду. Давайте вместе откроем ее. Вы не представляете, как у меня трясутся руки. Эмоции переполняют, просто слов нет. За этой наградой стоит колоссальная работа, но вы видите только конечный результат. А на самом деле все происходит не так просто, как кажется. Для того, чтобы вышел очередной мастер-класс, нужно найти идею, купить материалы, разработать концепцию будущего мастер-класса, снять для вас процесс создания и сфотографировать готовые изделия. Дальше по плану идет написание грамотного текста и запись звука. Затем весь материал загружается в программу, обрабатывается звук и монтируется само видео. И только потом готовый ролик попадает на YouTube. В итоге на создание одного мастер-класса уходит больше недели. И когда я вижу ваши лайки, комментарии и количество просмотров, я понимаю, что все это не напрасно. Ну я так еще больше буду реветь. Ну блин, надо фотографироваться, ты меня доводишь. Я эмоции отправляю. Покажи, что там написано. Да. Оставайтесь со мной, а я буду и дальше стараться для вас. Не забывайте поддерживать мои видео. С уважением, Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!